Подползаю потихоньку. Я с севера на юг двигаюсь. Так, здесь есть один. Ой, господи, пикап. Так, вижу контакты, есть человек. Диспетчерка, которая, на 200, короче, право. Вон он там. Зашел в диспетчерку. Не знаю, не знаю, не знаю. Да. Еще есть здесь, погоди. Блять, я пошел на обжим. Так, я появился. Наверх заползает. Марк, ты понял? Принял, принял. Я к камыши двигаюсь, который недалеко. Так, тихо. Что такое? Я у дороги. Тихо. Свалил его. Готов. Это ты, да? Забегаешь? Да. Человек какой-то вижу. Сейчас одного сделал. Так, а второй где? Не знаю. Я в чем был второй ли? Ну, вроде это тот же. Так, толпа зомби вышла с диспетчерки. Сейчас, подожди, гляну. У него блэкаут. МРЦО, блять. У меня топора нету, братан. Сейчас подойду. Так, у него глок, survival рик у него, забирай, тебе надо? Да, конечно, перебегаю. Давай, быстрее, все, я тогда сейчас терминал тебе. Забить меня, да? За тебя. Да, окей. Давай группу тебе пихну. Здесь вон машина разбитая. Стой. Все, давай, быстро. Стою. Зомби отработать. Не. Давай с него survival rig забирай. Что надо. И в центральное давай, в здание здесь закрепимся, блядь. Там не надо бегать. Сейчас я тут посмотрим. Так, в этой ничего нету. У нее нету переднего колеса одного. Двух-трех колес у этой нету. У тебя есть этот самый? Есть, тубок. О, глянь-ка, что там надо. Может, что-то можно сейчас я ту красную пойду гляну. Engine красный, колесо одно оранжевое, фуил оранжевый, все остальное красное. А, понятно. Так, ну-ка, а здесь что? Ну-ка. Так. Здесь все без бензина, блядь. Так, два колеса. Все остальное более-менее нормально. Два колеса, да, на нее надо? Да. Окей, ну значит, может быть, эту подымем. Ну что, пошли тогда. Добежим до... До лабов посмотрим, может там что-то есть. Ебашим. Давай, ты тогда на заправку дуй, слышишь? А я, короче, здесь. На этой херне, наверное, заберусь, залягу. Попробуй снова. Сейчас, попробую. Блядь, ТС заебал, нахуй, мозги ебать. Так.
искать. Еда. У меня обвалы. Нет, тут только с дорогого пистолета, с дорогими патронами не стрелять. Куда-то. Во-во-во, гля-гля-гля, петух. Сюда, 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 сюда. Марк. Сейчас, дай брабу, я уже разделываю его. Марк. Говоришь, Марк. Ты че меня так зовешь? Не. Это я. О, гад, блядь. Все, курятина ходя. Курята. О, бля, курят зарубил. Это как мы тогда хуяк на мотах там в Обсковской курят нахуй задавили. Ехали и курят задавили, блядь. На мотах летали там, бля, и курят задавили, блядь. Пиздец, там скандал нахуй был. Ай, бля, пиздец. Вот это да, экшон нахуй. Летишь, а курята просто по дороге. А ты летишь на минструке и пылишь, блядь. Хуя как курята прямо сами под колеса. Гони, шеф. И порядок. Все. Так, у меня дрова есть, кстати. Ну, сейчас еще парочку встретим. Стоп. Тихо. Газуй. А показалось. Тут сюда. Перекрестись тогда. А Кузька не щадит, если перекрестить его? Раздавил мужика, блядь. Раздавил мужика. Что ты ему сдавил? Ладно, поехали, блин. Там уже петухи, наверное, все облутали, блядь. А зиму на Саут-Вест уходит по дороге тачка. А в эту город с нами, блядь, как он, Лака ебаная. Ну я понял. Вон она, ебашит. А, вижу его. Ебашу к вам. Надо догонять и ебать нахуй. 700 метров, подожди. Уходит там по дороге. Там вроде один боец, блядь, нет? Не знаю. Догонять и выебать. Ты уверен, что он уходит, боец Дионисиус, он уходит. По главной, да, поехала. Ебашу к вам. Давайте прыгайте, сейчас будем пробовать. Калаш, короче, сменился. Стой! Давайте, пацаны, запрыгивайте. Сел. Погнали, гоу. Блять, дышите, как сексоманы просто заправские. Что-то вас не дает? Нет. Ну, отлично. Надо глянуть еще с тачкой. Так, сейчас я туда спрысну, короче, прицелы все. Да, короче, боди оранжевый, фойл оранжевый, колесо. А до красное колесо на прицеле. А РЦО есть одно. Колесо меняю. Машина едет. Где? Вот, прям за этим, блядь. Ну где, ёпта? За констракшеном. По мне стреляют. Сзади. Вот он. Готов. Кольт, отходи, течешь. Он один был. Нет, он не попал. Не попал ни разу, ну. Там еще кто-то, работал, вот. Нет? Он один был, это я стрелял с калаша. Сука. Блять, у меня подъезжаю. Так, релот, это мой релот. Сейчас. Вот он, догнали его. Ты посмотри, петуха. Блять, нормально остановились. Он один был, нет? Давайте-ка... Да, один. Давай, слышишь? Да, я его отгоню, слышишь, туда. Периметр сейчас. Глок тактикал какой-то. Прицелом, оружейный фонарь, ёп. Лайткарьер. О, у него 5.56 глушитель, он мне нужен. Ну, окей, вроде все. Все чисто, короче, сейчас давай за тобой. Марк. Да-да. Где у нас там, блядь, я что-то тебя потерял? Я тут чуть сбоку в кустах. Так, а у тебя там что за пердулина? МК-12. Так, ты бы... Сколько у тебя расстояние до централки? Слышишь, тебе надо поближе выдвинуться, Марк. Джепись есть? Есть, 666.
6 метров у меня тоже. Хуйня, блядь, много. Или не много, я тебе сейчас скажу корда. Ты здесь найдешь пиздатые кусты. И сможешь, блядь, нас прикрыть. Вот прямо здесь заляжешь, блядь, заебательские. Вот они, 3 штуки, блядь. Ой, и тут еще горочка, блядь. 150-166. Я вижу, куда бегу на тебя. Верхняя, вот давай в эти, короче. Мы пошли вперед пока. Вот здесь ложись, вот в этих в трех, аккуратненько. Без соларок особо как бы не видно будет, а ну ты, блядь, будешь надеюсь все это дело наблюдать. Если что, даже можешь не лечь, не лечь, а на жопу сесть, как бы на жопу, чтобы у тебя было это самое. Стабильность. И процветание. Как ты вчера там девиз говорил? Что-то типа отвага и слабоумие, блядь. Это про нас, блядь. Отвага и слабоумие, блядь. В натуре, ёпта. Я на исте, на истовском крыле засел в терминале. Смотрю лестницу и. Еще к тебе подумаешь. Ты сейчас ко мне будешь подниматься? Да. Ты говори, когда ты именно, блядь, будешь на лестнице подниматься, иначе же я, блядь, нервный. Я тип. Не на лестнице. Я же, блядь, тип. Другого крыла иду. Тип-то нервный, блядь. У тебя в крыле. И где ты? Не знаю, а ты где? Ама. Тут вообще, точно тут серов зашел. На ИСТ. 46-й, по-моему, был сервер. Всего 34-й. 46-й, я сказал. Не болтай. Ладно. 46-й, он говорил. Вот там. Блин. Эй, зараза, сейчас. Ай ты, господи, как меня эти лестницы здесь заябывают, блядь. Я застрял опять, сука. Ай! Покоцался вниз, свалился. Коль, есть чем жопу мою подлатать, сейчас тебе подымусь. Блять. Да тебе бессмысленно ко мне подниматься, сейчас я пойду. Ну давай, бессмысленно. Идёт какой-то диспетчерский, который... Понял. Кучка? Да. Контакт. Да я понял, да. Слышу. 220? 220, блять, появились ящики, да. Пацаны, да, идет. О, здесь ЕБР-ка есть. Откуда идет-то, блин? 220. Слева от тебя. Диспетчерка дальняя или ближняя к терминалу? Ближняя. Вижу. Правда. Да, вижу. Двое. Двое? Да. Принято. За диспетчеркой возле терминала двое. На запад? Прям за диспетчеркой. На запад, блядь! Или... Релод! Готов ушел. Один! Ушел туда? Да, за диспетчерку он. Слева, прикрывайте меня, обступай его, по мне работает, блядь. Сними ты его, блядь. На подавление работаю. Грена пошла, справа обжимаю. Готов. Убит. Опаньки. Три залупы в попаньке. Ха-ха! Ух ты, у него пила, блядь. Нихуя себе, пацаны, налетай. Иду, я тут сам. 249-е. В нем. Давай быстрее забирай. Survival Rig, блять. Ну и наверное все. У него что-то в спортсбеге. Хоть не зря тут лежит. А, нет, у него бокс еще один мне есть. Давай быстрее пилу забирай. Хэппи, давай, мать твою, двигай. Быстро, сейчас исчезнет. Бегу. Слева. Тут, кстати, ебарь есть в ящике. Да, я. У меня сейчас был какой-то звук странный. Я две обоймы. Вот здесь у этого еще ебарь, слышите? Липот и МРТ, блядь. Uh-huh. Сейчас я отсюда у него. Ай, бля. Мясо есть. Сейчас АРЦО, блядь, заберу. Сейчас пока с собой потаскаю. Что тут? Ох, ты тут у него на. О, ты тут у него патрончики-то есть. Ухожу на крышу обратно. Давай. Сейчас я этих тут. Сейчас глянем. Милитрин Рейсинг. Антивиры, хорошо. Да, конечно, ствол надо менять, потому что у меня патронов 8-10 выпустил. Да ебари, вон, сейчас тебе отдам.
Они ливнули сразу вдвоем. Вон, у этого. Да. Вот здесь EBR есть, блядь. С флешем и лип. Мод. Липот обычный. Парни, да. У вас размыт экран, блядь, немного, да? В настройки видео зайди, все. Эскейп снова зайди обратно. EBR, у него же глушак не прикручится, на сколько миллиметров? Забрал в пилу. Все, забрал. Там ты у него этот самый забрал, слышишь? Рик. Все. Ну ты, блядь, ты у него этот забрал, ну ты сам понял, короче. Еще бокс на пилу забрал. Со спортбэга. Да, забрал. Все, давай. Приколитесь, парни, выходил с Лиенфилдом коллектором из игры. Зашел, у меня ремингтон, блядь, 870. Ты его порезал, что ли, блядь? Нет. Так надо резать, блядь, и кушать их. Ладно, сейчас. Блядь, что-то порезал, блядь, и что-то. Хуйня. Ты это урезал? То есть вы мой выстрел передний, когда одиночный слышали, да? Нихуя я не слышал. Ты же слушатель. Марк! Ты где? Да. Я в кустах. Блять, а где-то в кустах? Ну, от вас в сторону солярок, посмотри. А, так, да, тебе, давай сюда, слышь, подгребай, короче, быстро ебарь забирай. У него навес делай. Здесь панкиллер. Ну, у всех, в принципе. Один вышел, которого убили. Окей. Так, я, короче, опять западное крыло тогда занимаю. Хэппи, ты давай тоже на западное заходи, за собой дверь закрывай. Он здесь ебари валяется. Слышишь, Марк, ты сюда бежишь, я тебе сюда РЦОшку скину на него. И скину на него патроны. Вот здесь прямо, ты увидишь, блин, будет стоять ящик. По двадцатнику, вот они тебе ящик скинул. Я залутался. Я что-то решил такой в Ragefinder посмотреть такой. Смотрю контакт. Вы говорите, никого нет. Ну, странно как-то так. Давай, да, дверь закрывай, наверх поднимаемся. Там Марк войдет она. Марк, западное крыло. Угу. Ну все, я здесь заседу пока. Да, еще раз, 320 азимут? Азимут 320, два контакта на горе, метров 700-800 до них. Принято. Я не знаю, хуй они там делают, они кого-то бегают. 320. Два хантера. А, один другого связал. Блять, БДСМ что ли? Ебать, вот ебут друг друга. Координаты примерные, может горы просто, блядь, от меня хуй. Я пошел их убивать. Опа, стреляет. Опа! От справого крыла, блядь, убивай! Да уходи! Коль, блядь, назад давай! Да ушел! Все, тихо. Кусики давай. Нахуй. У моего крыла сидит снизу где-то. Слышал. Стреляй с гандона, блядь. Я по нему долблю. Где? Да уходи ты, блядь! Уходи давай! Уходи внутрь здания, блядь! Ну уходи! Сейчас я буду выходить, стой! На обрез иду, сейчас! Давай справа обходи. Марк, какой смотри! Ты? Смотрю, стараюсь. Коль, где он? Смотрю, стараюсь. Да с той стороны. Ай-яй-яй, убивает! Перевязка, пацаны! Еще там они, сука, сидят! Там сидят на углу, блядь! Не вижу. Сейчас не перевязываюсь, ничего. Блядь! Прикрой меня, вход ко мне! Ход ко мне, Марк! Минус второй! Уходи! Ходи, давай внутрь. Операцию делать? Да, давай быстро. Это я стреляю. Давай. Меня поломали, да? Нихуя помочь. Иди сюда быстро. Давайте ко мне операцию делаем. Сейчас. Кольт, посмотри там. Ага, окей, все. Тебе не требуется. Так, Кузька, почему, объясни мне, на тебе меня ранили, метка с указанием расстояния твоего? Что? На тебе появилось точно эти... До расстояния на тебе так. Не знаю. Не хочет. Бля, ну я хуй знаю. Кэппи, иди на мое место, слышишь? Иди сюда, ляг здесь. С пулеметом, а, ты всё, с... Панкиллерс помог. С бедра не стреляй. Коль, стой.
Да блин, иди сюда назад, ебать. Да вон они там еще все двое наверху, я пошел их убью нахуй. Сейчас, стой, давайте тех чекаем. Давай я с тобой прикрыть. Марк, смотри тоже нас. Так. Вон один возле куста на 313. Другой на 325. М4А3 Woodland у этого. Сейчас, блядь, попытаюсь. М4А3 тоже Woodland. Тоже Woodland. Дюпнутая. Дюпали. Их трое. Так, мапа, блядь, Survival Rig. Блять, их там дохуя на горе, блять, их там штук, блять. Сколько их там? Идут, их штук 5, блять, вы заебали нахуй, если там не забыл, конечно. Твою мать, блять, надо валить отсюда. Может мне к вам выдвигаться или вошь? Нет, сиди там лучше. Минус, один минус. Блять, ебаный в рот. Так, этого хайджа, блять, в нем ничего хорошего нету. Давай, 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 Хэппи, быстро. Пизда, я не знаю, где азимут, ты какие расстояния, блядь, привязки, давай. 325, 800 метров, там их на горе просто, там зомбаков куча, я не знаю, блядь. Ну, а кусы снимай. Я буду с пулемета отрабатывать. Так, выдвинулся. Гадит, Марк, левее, слышишь, давай подтягивайся на терминал, займи второй этаж, восточное крыло. Попытайся нас оттуда прикрыть. Там видно с терминала все. Матом прикрыть. Просто зомбов. Не блядь, покрыть, толпа. А прикрыть, блядь. Понял, понял, выдвигайся. Куда там пошел дальше, Коль? Так, вижу одних зомбов. Я сижу, я смотрю дальномеры. Чекаю. Так, вижу зомби, вижу. Да, двигается. Он походу одного разрезал, которого связал. 340 азимут, вижу зомбей. Двигаются вижу. На Норт-Ист. Да, туда там, типа, стадион или что там, ворота, да. Вы тех двух у терминала зачекали, нормально? Да, все нормально. Да. Я точно в игры с АЗСом не буду. Я там левее зомбы, они идут. Ты вообще как бы спокойно, ты где-нибудь заляг, вот иди ко мне сюда в кусты, ляг и все. Ты с пулеметом только с Лёшки стреляй. Мне терминал... Получается, Коль, слышь, давай нахуй назад отползай. Левое крыло, правое? Я вижу они, тело. Они справа-то. Вон они видишь. Там, где ты видишь? Нет, готов, минус, все, минус. Готов второй. Еще один? Да. Шикардос. Блять, Хэппи, ты где там? Заляг, слышишь? Наблюдай, короче, бля, нас с кольтом. М16А4 рулит нахуй, вообще пиздец просто. Шикарно. Сейчас, я выдвигаюсь. Марк, ты там аккуратненько. По три, или ты поодиночке был? Так, что такое, блядь? По одиночному. По три сильно... Не, можно и по три, но дистанция тут такая, что лучше одиночная. Ты же с 800 метров убил, что ли? Не-не-не-не, они по ко мне подходили, метров 300 где-то было, да. Так, возможно, еще один... Так, Коль, сейчас у меня кавер, я туда. 333. Зомби в левую сторону двигаются. Все, принты, я туда сейчас, слышь, пойду. Ты сиди лучше меня кавери, блядь. Хэппи, ты нас наблюдаешь? У тебя да, на пулемете хоть оптика какая-нибудь есть? Арцо. Отлично. Так, ориентир, где ты этих мудаков положил, Коль? Вот я у одного сижу, у него тут, так. Блядь, воды и хуеды всякой, еда. Забирай, забирай. Так, вон еще один, ложусь. Блядь, Хэппи, смотри теперь, блин, твоя задача. Так, у этого Ремингтон, блядь. Так, этого у меня больше... А, ты того смотришь, окей. У этого Ремингтон 700-й, кстати, ребят. Ох, еба. Снайперок, так, я хачика забираю, блядь, себе. Опа! Кто стрельба? Да, стрельба. Откуда? Справа. Не слышу. Диспетчерка саутовская. Марк, закрепись там, пожалуйста. Принял. Мы в другую смотрим. Я недалеко от диспетчерки, скоро буду. Сейчас, 700-й, сейчас. Смотри там аккуратней. Зомби все там идут в ту сторону, к воротам, к стадиону. Нет, это просто уже достало. А что там, что там? Жопа. Алло, да. Мам, я не слышу, что-то ты там говоришь, не слышу. А, я не от диспетчерки, я... Алло! Ага. Алло! Блин, я не слышу ни хрена. Алло! Эти уже около домов.
Зомби. Да зомби походу пошли тупо за респавнились и пошли куда-то хуярить. Так, хотя... отхожу, короче, от этого петуха. Давай. Телефон свой включи. Да не ори ты на меня, нахуй. У меня сел, давай ебать, что я могу сделать, блядь? Вот зарядку поставил, все. Что вам от меня надо? Дайте рубиться, блядь. Все звонят, блядь, и звонят, нахуй. Заебали просто уже в доску, блядь, все. Блядь, пиздец какой-то, нахуй. Так, ну что у нас там? Ну, на вышке никого не отдает. У нас 6 трупов. Выстрел где-то был со стороны, где диспетчерская, с казармы рядом с белой двухэтажной. На... Ну, сам, я не пойду так, через парковку. Получается. Блядь, мне на АКМ еще нахуй нужны магазины. У меня 2 магазина осталось. Инстеля, и Рома, и Руджим. Так, я выдвигаюсь сразу на централку. Ай. Кого пистолет с гандоном есть, блядь? Вот эти что, фонари не сбиваются, хотите сказать? Я не верю. Да сбиваются, с крыши они не это. А, понятно, все. Стрельба. Да это свои. Это свои. С гандончика, сбейте их, подойдите, сбейте их, блядь. Им похуй, они сбиваются. Ты не можешь такого быть. Ладно, хрен с ним, главное, что там здание без света. Давайте, ребят, нас четверо, блядь, по здание обратно. По 2 стрелял. Человека на крыло, да, блядь. У нас на солярке кто-то?